есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Как же стать добрее сердцу моему и любовь дарить себе не одному, чтобы без остатка мог я все отдать и награды от людей никак не ждать, не делить людей на друга и врага, ведь отец один и церковь мать одна, и не по одежке брата выбирать, а душой лишь только души замечать, лишь замечать. Как бы послушанья выучить урок и его мне сдать, пока не вышел срок, и не огорчать, а радость всем дарить, и не ждать любви, а только лишь любить. Где же милосердие спряталось мое, где любовь к врагам, не знаю я ее. Как бы мне хотелось солнышком светить, только темной тучей суждено мне быть. Суждено мне быть. Вот бы все начать мне с чистого листа и не знать обид, не знать предательства, близких всех людей заранее простить, а в своей душе покой и мир хранить. Вот бы у людей мне зла не замечать, не превозноситься и не осуждать, если б каждый мог одно добро дарить, то и на земле могли б в раю мы жить, в раю мы Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Марина Рогоза. Здравствуйте. Марина, мне вот каждый раз интересно с тобой встречаться. Это у нас уже не первая встреча. По-разному люди раскрываются. И я уже понял вот в этой передаче «Лаврские встречи», что с людьми надо встречаться не один раз. Потому что человек – это многогранное такое существо, Божие создание. Мы с тобой говорили о детях, о жизни. А вот сегодня хотелось бы поговорить о творчестве, о том, как это вот все сплетается с реалиями жизни, как сейчас вот этот нести крест творчества, вот крест семьи, понятно, да?
Ну, творчество, в нем же надо утверждаться, надо сохранять свое лицо, надо писать новые песни. Это большое напряжение. Мне бы хотелось узнать твой секрет. На самом деле все тяжело. Ну, я мама, да, я мама многодетная, у меня 7 детей. И поэтому для меня это было всегда, не знаю, как тяжкий крест, можно вот так даже сказать, потому что я всегда металась. Я никогда не могла посвятить себя, допустим, творчеству и отойти от семьи, да, это вот просто невозможно. То есть я отдала себя семье и детям, но песни пишутся, песни просто рождаются, и их нельзя, мне кажется, закапывать. То есть Господь дает какие-то нам дары, таланты, да, и мы должны их, наверное, как-то восполнять, да, приумножать, чтобы потом не стыдно было смотреть в лицо Господу, что я зарыла все, ну, подумаешь, там ничего я людям не показала, ничего ни детям не рассказала. На самом деле это же огромное, ну, кладезь, можно сказать, это же наследие для детей даже. Много наставлений в песнях. И дети, часто вот переслушивая песни, они так, ну да, 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 ты мне вот это вот уже учила, говорила. То есть они это тоже воспринимают как какое-то учение. Но у меня были колебания очень долго, пока я не поехала к отцу Иоанну Миронову. То есть наш священник, отец Анатолий, он не дал мне благословения. Ну как не дал? Он сказал, я не знаю. Ты мать, ты должна с детьми быть, да, домом заниматься, 7 детей. Я, говорит, не знаю, как тебе поступить. А у меня все-таки душа, она, ну, не знаю, мне мама отдала в музыкальную школу. То есть я закончила музыкальный колледж. Я человек творческий. И поэтому мне это хотелось всегда. Но я даже молилась, что, Господи, если это не мое, забери, убери от меня. Ну пусть кто-нибудь другой пишет, но не надо мне этого, потому что это действительно, я разрываюсь, я не могу. И у меня муж еще, нет, нужно посвятить себя семье, детям. Я согласна, ну тогда уберите от меня это все, не надо, не надо. Вот, и я еду к отцу Иоанну, мы с Геной едем. У меня сердце билось, чуть ли в пятки не ушло. И он дает мне благословение. Он причем, он как будто бы знал, что я приеду, я только рот открыла. Он говорит, благословляю, пиши, пой, сочиняй и доноси это людям. Я даже рот не успела закрыть, открыть. А, я стояла в таком трепете, у меня лились слезы, у меня тряслись руки. Он как будто бы знал уже все наперед, что и кто к нему приехал и зачем. Да? Это было, конечно, вот такое вот чудо. И, в общем-то, все. После этого я начала уже так серьезно к этому относиться. То есть это второе, что, наверное, доверил вот мне Бог. Я, конечно, не говорю, что я там... Ну, все равно. Вот мне доверил деток, да, и вот это творчество, которое я тоже как свое дитя, вот так вот его бережно к нему отношусь и доношу по возможности это людям. Но чаще... Я бываю то кормящая, то беременная, скажем так. Вот. И я не могу постоянно заниматься этой деятельностью. То есть я ухожу домой, я занимаюсь детьми, домом, семьей. И потом, когда, в общем-то, проходит какой-то период, когда, допустим, вот у нас Илюшке сейчас 2, он мне полностью позволяет выехать, я еду, куда-то зовут, я с удовольствием, я с радостью. Мне это очень нравится. Я еду. Вот. У нас вот в кафе «Пастораль» на улице Матросова, 20, где я провожу вечера творческие. Замечательные вечера. Народ собирается. Вот это такое место, где мы можем поговорить о душе, где можно обменяться друг с другом разными мнениями, где в неформальной обстановке можно поговорить со священником. Да. И обстановка хорошая такая, домашняя. Вот, и я пригласил тебя, и вот был вечер, ну, авторский, можно так сказать. Угу. Потом после... Ты побежала к своим детям, конечно, надо было ехать 300 километров. Да. Путь. Я знаю, что ты сейчас автомобиль осваиваешь. Приходится. Я уже год как за рулем.
Вот, ну это же тоже напряжение, труд, да. И все. Надо быть универсальным, да, вот в этой системе. Ну, во всем нужно меру, конечно, знать. Меру, да. И после твоего выступления, когда ты уже уехала, люди подходили, так благодарили, и многие женщины проплакали весь вечер. Вот одна женщина сказала, что, батюшка, я одинокая, и у меня нет ни детей, ни мужа, какие-то вот не складываются у меня семейная жизнь. Но я вот Марину послушала, я рыдала, я как будто переживала все это, вот как будто на себе переживала. Это говорит о том, что все то, о чем ты поешь, это, ну, каждая строчка, нет ничего такого формального, да, каждая строчка пережита, это искренность, это чувствуется. На самом деле пережито, в общем-то, все мной. Я как бы никому там в душу не лезу, да, но так получается, что человек в каждой песне находит что-то свое. Однажды вот у меня тоже был концерт, и впереди сидела женщина. Вот я не помню, была ли она в монашеском одеянии, но когда она ко мне подошла, она говорит, я монахиня. И вы знаете, да, она в монашеском одеянии была, и говорит, вы знаете, сейчас вот от начала концерта до конца прошла передо мной вся жизнь. Вот от начала песни до конца. Для меня это был вот самый, тогда вот самый такой подарок. Вот просто я так порадовалась. Слава, ну, да, Богу, и вас благодарила. У меня тоже самые женщины подходили и говорили, все рыдали, вот, всем затронуло их за какие-то, ну, разные струнки, да, вот, женской вот сущности, вот, это все затрагивает. Пришло время следующей песни. Угу. Надо вот больше вообще радостных, наверное, веселых песен писать, да, чтобы меньше людей огорчать. Не, ну у тебя и веселые есть песни. Все равно. Есть, да. Следующая песня называется... «Слова». На самом деле, вот я сейчас достала многие песни, которые я сейчас пою, да, они у меня из первого альбома. Некоторые вот песни, это ранние песни. Я про них забыла. Я вообще перестала их как-то петь и на концерте. А тут почему-то вот мне пришла... мысль в голову, что нужно именно вот эти песни тоже доставать и людям показывать. Как много слов мы разные произносим. Слова, они все рвутся из души, но добрым словом мы утешить можем, и больно раним грубым словом мы. Слова, они, как птицы, улетают, их уже нельзя остановить, и слух ласкают, и больно ранят, и их бывает трудно позабыть. Один толкнул, другой ему ответил, и грубых слов прорвался целый шквал. Остановить не смог их даже ветер, а дальше их по свету разбросал. И злоба-то по воздуху летает, и в сердце укрывается порой от грубых слов невинный пострадает, и обозлится грубым словом злой. Как много слов мы разных произносим, но добрых слов не может мало быть. Дарить их надо, если не просят. Любовью можно злобу укротить. Слова любви в сердечко проникают и светлою становится душа. Слова любви лишь радость
оставляют, и с ними жизнь становится светла. И в мире повстречаются однажды добро и зло в людских простых словах. Но зло как будто станет маловажным, оно померкнет у любви в глазах. От добрых слов однажды злой заплачет, и слезы вытрет малое дитя. Любовь, она жива, а это значит, ее рождают добрые слова. Любовь, она жива, и это значит, ее рождают добрые слова. Спаси Господи. Спаси Господи. Я слушаю и думаю, какова цена вот твоего семейного счастья, вот сколько, ну, что вот, вот это же вершина айсберга, да, вот сейчас мы сидим на студии, а там вот что, какая вот внутренняя жизнь, какие взаимоотношения, дети, где-то найти силы. Для творчества тоже нужны силы. Я знаю люди, у которых один ребенок, и они изнемогают. Изнемогают. Я согласна. Вашка, это они валятся с ног, до двое взрослых людей. Потом они запихивают его к бабушкам, к дедушкам, каким-то нянь нанимают с одним ребенком. Угу. Пашут вот день и ночь, чтобы прокормить. А где у тебя, где ты так столько сил, как ты этому, с этим управляешься? Не могу. Никак. Я никак не управляюсь. Вот на все воля Божия, как бы Господь все сам управляет. У меня есть муж, которому я, в общем-то, стараюсь послушаться, ну, как могу. И Бог, все. Искушений очень много. Чтобы приехать и выбраться куда-то, они, видно, знают, что мы уже собираемся. Это нападки страшные. Всегда. И после. То колесо лопнет. Это, если рассказывать, тут очень много можно рассказывать. Очень много всего происходит. Очень много. Вплоть до... Рассказывай, сделайте мои искушения. Да, мои искушения, вот правда. Вплоть до того, что... Ну, не знаю, я вот, например, с концерта ехала, я тюхнула машину. Я подскользнулась просто на повороте. Не то, что я не вписалась, я подскользнулась, там был снежок. И так меня занесло... Но это же не случайно тоже. Вот. Ну, а да. Перед концертом всегда нападки на детей. Я уже знаю, что это будет, что они меня сейчас как выжатый лимон выжмут. Я вчера лежала, смотрела в потолок и молилась: «Господи, дай сил». Я не могла ни репетировать ничего, потому что вот действительно это есть. Господь дает силы? Господь всегда дает силы, да. Если не Бог, то я не знаю. Бодрость духа? Да. У меня на самом деле то же самое. Я даже лежу где-то в каком-то таком состоянии тоже выжатого лимона и даже не могу себе представить, что я на какой-то передаче буду сидеть. Я тоже, играть. Я вот вчера об этом, я думаю, все, а как я могу? У меня заболели дети, температура у троих, там под 40. Это все говорит о том, что мне ехать никуда нельзя. Но я же понимаю, что все будет хорошо. Мы съездили по врачам, все сказали: не переживайте, все хорошо, это ложное у вас там. Все хорошо. Так что все, слава Богу. Господь управляет. Я заметил, что ты вот в твоих песнях очень много как раз вот такая тема добра, зла. Вот. Постоянно добро побеждает в твоих, да? Да, конечно. И это ты детям показываешь. Ну и вообще так, настроено по-доброму. Позитивно. Да, позитивно. Еще тема покаяния, да, проходит. От своей греховности личной, да, как-то вот. Понимаешь, какой-то немощный. Да, и как это все пройти. Я думаю, что так вот у артиста, у настоящего артиста, который от Бога,
любое слово весомо, вот, оно настолько его сущности принадлежит, и, что ему верят, так, как бы таким людям верят, да, которые... Вот, очень важно же, чтобы тебе поверили, да, тоже. И вот мы вот говорили перед передачей, ну, ну, вообще, нужно ли вообще выступать? И как это, осознаешь, как это понимаешь, как это происходит? Я лично не хотел выступать и вообще никуда не хотел. Я ничего не хотел. Я думал, что мне достаточно того, вот я вот что-то делаю, и это у меня как-то самовыражение. А потом, когда кто-то стал это слушать, я смотрел, что это на людей действует. Действует, да. Люди положили... слава Богу, я уже, Господь дает уже мудрости немножко, что я это не приписываю себе, а потому что через нас Богу. Так Господь действует. Вот, дай Бог. Конечно, у священников тоже много искушений. Ну, я когда была вот на начальном пути, мне так хотелось, ну, увидьте меня, ну, посмотрите, я сочинила 5 песен, посмотрите, это я. А мне Господь ничего не давал. А сейчас я так спокойно ко всему отношусь. Это все Божие. Если мне надо будет, меня муж благословит. Да? Если меня не благословит, я не поеду. Я не буду, как так, ты мне? Нет. Благословил, поехал. Не благословил. Я сижу домушке, деточек кормлю, воспитываю, и все. А сейчас я как-то очень спокойно вот ко всему стала относиться. И вот... Ну, пришло время песни. Угу. Хорошо. «Победа над злом». О, угадал я. Мы в мире живем, и зло вокруг нас летает. И люди, забыв про добро, часто нас обижают. То словом дурным, то грубым своим поступком. И кажется нам, что хуже они, как будто... И зло, видя в них невидимый образ святой. Но им, как и нам, добра не хватает порой. И зло вдруг опять на нас с новой силой сорвется. И в сердце оно, как рубец, иногда остается. В ответный удар мы направим каленые стрелы. Они, как и те, все наполнены злобой и скверной. Одна за другой эти стрелы упорно летят. И ядом своим всех врагов уничтожить хотят. Но кротость, смирение, любовь нам к врагам не знакомы. Со злом начинаем борьбу мы такой уже злобой. А если б хотя бы на миг нам от зла удержаться, врагу за обиду не мстить, а в смирении остаться, и тихо с любовью ответить ему не спеша. Быть может, согреется кротостью эта душа, и каждый из нас, он носитель добра и дурного. Он может огонь угашать и подлить масло снова. Но зла злобой не победить, ведь оно разгорится. И пламенем адским земля наша может покрыться. Но если любовью ты будешь его побеждать, то мир и любовь на земле воцарятся опять. Но если любовью ты злобу начнешь побеждать, то мир и любовь на земле воцарятся опять. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Добро побеждает зло. Так вот мы... Всегда. Несмотря ни на что. Да, так и мы должны... жить вот, вот в этом ощущении, такое мироощущение. Да. Меня Господь так уже научил видеть, вот идет искушение или негативная информация, что-то. Я иду навстречу,
И думаю, это все на пользу. Сейчас мы с этим разберемся. И окажется, что все это, ну, Господь так все устраивает, значит, это какой-то сигнал. Может быть, я неправильно действую. Ну, это следствие моих ну, грехопадений или что-то. Я начинаю разбираться сразу, почему такое. Да. Мгновенно все происходит. И если молишься, то Господь дает ответ, почему это происходит. Ты не впадаешь ни в панику, ни в уныние, а ты просто думаешь, как это преодолеть. И первое желание идти навстречу. Вот. Надеюсь, у тебя то же самое происходит. А иначе складываешь лапки, лежишь, и с тобой враг делает все, что хочешь. Нет, надо с этим бороться, это однозначно. Вот однозначно. Потому что вот я бывает даже просто вот в магазин прихожу. Что вам? Мне, пожалуйста, молоко. Дайте, пожалуйста, кефир. Еще в глаза посмотришь. Хорошо выглядите сегодня. А даже это интересно. Интересно. Как... А, так... И уже все, опешила. И уже разговаривает по-другому. И уже тон другой. И уже отношение другое. Хорошо, хорошо, подам, принесу. Поэтому надо зло гасить добром. По-другому никак. Ну, думаю, на этой вот хорошей ноте мы закончим первую часть нашей передачи. Встретимся на следующей неделе со зрителями. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Марина Рогоза со своими песнями, творчеством и мироощущениями. Всего доброго. Да, Божьей помощи, ангела-хранителя.